Если меня мамка сейчас заметит, то мне крышка. Да не выдумывай ты, все обойдется. Галка, только никому, ни звука. Побожись. На, вот, приложись. Галка, на вот, смотри. Что это? Фотка. Девчонка там. Кто это ее так? Японцы. Наши. Ты стоп, уже совсем столь того? Могу побожиться. Я эту фотку Красномордова из кармана спер. Ты меня нарочно пугаешь, да? Ага. Делать мне больше нечего. Он в тюряге приказы исполняет. Вот смотри сюда. Первый выстрел. Висок. Второй затылок. Вот сюда. Знаешь, зачем второй? Нет. Контрольная пуля. У них там строго. Каждый выстрел на фотку печатают. Валер, а откуда ты это все знаешь? Женишок моей мамки ночью по пьянке трепался. Они думают, что я сплю. А я все послушивал. А если он узнает? Не, не узнает. У него таких фоток целая пачка в кармане лежит. Выброси это. Или лучше сожги. Зачем? Это очень страшно, Валер. А ты как думала? Вот такое меня и ждет. Ну что теперь будет? Ну что, первая продаст моя мамка. Разревется, пойдет извиняться, а там мне крышка. И песенка моя спета. Не надо говорить плохо про свою мамку. Она тебя любит, жалеет. Жалеет. Один раз она меня пожалела. Пожалеет второй раз. Эх, Галка, самое обидное. Она поверит любому, а мне нет. Ну и что ты теперь будешь делать? Сбегу. Куда? Подальше. В ФСУ поступлю. Эх! Была бы сейчас тоже. Не, Сажа, Сажа не хочу. Случай один был. Парня на расстрел повели, к стенке поставили. Прицелились. А он раз в рубаху, стреляйте. А на груди Сталин. А ну повернись. А он поворачивается, а сзади Ленин. И выданы. Стрелять не стали. Валерка, пойдем к нам, что-нибудь придумаем.